Один из инструментов решения кадровой проблемы – это профессиональная переподготовка. В этом направлении активно работает Чебоксарский электромеханический колледж. Дмитрий Медведев посмотрел, в каких условиях сегодня проходят обучение студенты. В 2015 году в СУЗе прошло обучение по программе переподготовки более 80 человек. В их числе работники заводов «Текстильмаш», «Электроприбор», чьи производства работают нестабильно, и безработные граждане. Кроме того, здесь уже 6 лет действует служба содействия трудоустройству выпускников. Более 90% учащихся находят работу по специальности. Работал я до этого 4 месяца над системным администратором. Получал, конечно, не так много, но хотелось, конечно же, большего. Поэтому я выбрал смежную профессию. Как вы можете видеть здесь, за моей спиной находится управляющая стойка. Она точно так же программируется, как я программировал, когда работал системным администратором. Поэтому для меня это не так уж и сложно. И переобучиться всего за 3 месяца тоже было несложно. По окончании обучения я уже смогу работать на любом предприятии и на любом станке. Возможности по переподготовке и повышению рабочей квалификации у колледжа большие. Он сотрудничает с ведущими предприятиями электротехнического кластера республики, что позволило сформировать современную материальную базу. Естественно, все по программе, по реальных производственных, нет, которые применяются на производстве, только масштаб поменьше. Ну да, да. Действия, манипуляция. Да. Еще обратим внимание, что на телевизионном экране мы можем смоделировать любое складское помещение, любое производство. Мехатроника является неотъемлемой частью почти всех специальностей. И автомеханик, и оператор. И это профессия будущего. Она активно развивается очень и активно применяется. Интерес у Дмитрия Медведева вызвал учебный центр по подготовке сварщиков международного уровня. Профессионалы в этом деле очень востребованы. Это же дефицитная профессия. Да. Хороших сварщиков, да, те, которые умеют под давлением. Да, таких, которые просто так, чуть-чуть, их мало. Вот, да. Поэтому вот это вот движение, значит, оно, знаете, оно очень здорово нас мотивирует. И то, что и хорошо, что вот, а сейчас тем более, что у нас Министерство образования же объявило конкурс. И наш колледж, Чувашская республика, этот конкурс выиграла, и наш колледж теперь будет создан один из этих центров, межрегиональных центров компетенции. Всего 6 будет создано 6. По всей стране. Это автоматизация, радиотехника и электроника. Это те шаги, которые делает республика в решении вопросов занятости и подготовки квалифицированных кадров. На базе колледжа создадут тренировочный полигон для подготовки национальной сборной и команд к участию в чемпионате WorldSkills Russia и учебные центры для экспериментальных образовательных программ по перечню профессий ТОП-50.